21 июня – день кинологических подразделений МВД России. Праздник, к которому я отношусь с особой теплотой и который, можно сказать, стоит особняком среди всех профессиональных в системе органов внутренних дел. Так как в этот день мы чествуем не только полицейских кинологов, но и их надежных и верных напарников – собак, несущих наравне с человеком нелегкую службу сотрудника органов внутренних дел. Уверен, что для многих собаки – это образец верности, преданности и настоящей дружбы. Да и у животных, в отличие от людей, все честнее. Они всегда искренни в общении. Если они вам не доверяют, значит не доверяют. А если любят, значит любят. Горячо и всем сердцем. Но все-таки вся ответственность за результат успешной работы в полиции служебной собаки лежит целиком и полностью на кинологе. Ему надо быть настоящим профессионалом, чтобы найти правильный подход к своему напарнику, выстроить с ним нужный диалог, завоевать уважение и стать настоящим хозяином. Полицейский кинолог отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания отдела МВД России по Тайшетскому району старший сержант полиции Семен Геннадьевич Шинкаренко добился полного взаимопонимания со своими отважными четвероногими коллегами, немецкими овчарками, охранниками и конвоирами, верным, корсаром и ником, готовых в любую секунду, если потребуется, встать на защиту своего напарника и вступить в неравный бой с правонарушителями. И на что бы еще хотелось обратить внимание? Какая бы ни была грозная, суровая и опасная служба у кинолога и его храбрых и трудолюбивых напарников, они остаются добрыми и жизнерадостными, а вдали от посторонних глаз, оставаясь наедине друг с другом, веселыми и непосредственными. Максимальный уровень доверия существует и между младшим инспектором-кинологом кинологического направления отдела МВД России по Тайшетскому району старшиной полиции Дарьей Александровной Кондратьевой и ее другом и коллегой английским кокер-спаниелем Боссом, который привлекается для поиска запрещенных веществ и весьма успешно справляется с возложенными на него обязанностями. Нерушимая крепость их дружбы делает их многолетнюю службу в полиции по-настоящему эффективной. Между прочим, кокер-спаниель Босс практически ветеран органов внутренних дел и скоро выйдет на заслуженный отдых и будет продолжать жить у Дарьи Александровны счастливой собачьей жизнью, окруженной лаской, домашним теплом и постоянной заботой. Собака для кинолога – это не просто сослуживец и напарник, это его самый настоящий друг и даже больше. Общественный совет при отделе МВД России по Тайшетскому району сердечно поздравляет всех сотрудников и работников кинологических подразделений органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаем полного взаимопонимания вам с вашими напарниками, и пусть верность и надежная дружба будут вашими надежными спутниками в вашей нелегкой работе. С праздником!